Совсем хрупкие девочки – настоящие пчелки на ковре. Часы тренировок команда проводит в зале, чтобы отточить каждое движение, добиться синхронности и технической правильности выполнения упражнений. Это основные критерии, по которым судьи оценивают групповую программу. Уссурийск стал местом проведения открытых краевых соревнований по художественной гимнастике. 417 участниц вышли на ковер. Наш город представили воспитанницы детско-юношеской спортивной школы и федерации по этому виду спорта. Хоть волнение и присутствовало, девчонки старались всячески поддержать друг друга. У нас девочка вышла за почти чуть не вышла за красную линию. Это плохо, но я ничего исправил. Так выступили хорошо. Для меня это нормальный результат. Соревнования совпали не только с борьбой за медали, но и с приятным вручением знаков отличия. 7 уссурийских гимнасток в этом учебно-тренировочном году повысили свой разряд. Среди них пара новых кандидатов в мастера спорта – Мария Смирнова и Алина Петрова. Учебный год близится к завершению. Мы сегодня уже начинаем подводить итоги. Будем сегодня поздравлять девчонок с присвоением спортивного разряда. Кандидат в мастера спорта – первый разряд и второй спортивный разряд. В индивидуальной программе уссурийская гимнастка Полина Смирнова стала серебряной призеркой среди девушек 14 лет. Медали такого же достоинства получили команды «Изюминка» и «Созвездие». А вот бронзы больше. На третью ступень пьедестала взошли составы «Вдохновение», «Пикачу», «Бинго» и «Фортуна».